Рада, хватит лежать. Пойдем со мной. Пойдем одно мероприятие провернем. Пошли. Пойдем. Так, у нас вариант идти или сюда, или через гараж. Как пойдем? Пойдем так. Пошли. Выходи. О, вот она и мамка. Мира. А мы сейчас проведем такой эксперимент. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Я сейчас... Марсюшка, привет. Хочу сделать одно мероприятие, провести. Нарвать этих. Видите, у нас немножко прохладненько. Сегодня 22 градуса на улице. И уже так это зимховато. Мероприятие такое. Так, Мира. Мира, смотрите. Сейчас мы сделаем вот так. Так, Мира. Смотрите. А вот она уже здесь. А гараж закрытый. Как так может быть? Так, вот что мне нужно. Я сейчас беру. Вот такое приспособление. И мы идем в сад. Ну что, пошли? Все пошли. Беру всех. Но мне надо еще взять, знаете что? Еще и коробочку. Во что я буду все это складывать. Мирка. Ну, пожалуй, я возьму вот эту с подносик. Пойдем. В общем, я экипировался весь. Подмышка у меня. Подмышка у меня палка, которую будем собирать. В этой руке у меня поднос. Вот так вот я во все оружие. Вот, видите? Я обычно, когда ветер, прикрываю рукой этот микрофон. Ну, сейчас буду вот так вот. Палки, видите, ветром разбивало. Лирочек. Вперед. Все. Попали в сад. Вот теперь мы в саду. Теперь у меня задача такая. Нарвать персиков и отвезти Геннадию Александровичу. Ну, помните, в Кропоткине я ему рыбок отвозил. Мой партийный соратник. Я ему позвонил, говорю, приезжай. Персиков. Сорви. Он говорит, да я обои клею. Ну ладно, а я что? Встал, оделся и пошел. Нарву, да отвезу ему. Угощу. Так, нам идти надо вот туда. Оттуда пришли. Сюда. Идем. Так. Сейчас мы. Немножко. Так вот. Вот там у нас персики. И я сейчас. Где собачки? Где вы? Эй! За мной! Мирка! Рада! Пошли. А я пойду коротким путем. Я ж хочу их снять. Дело в том, что я сейчас не стал в названиях
говорить, что французские бульдоги там или еще что-нибудь. Ну, не хочу. Я, знаете, почему это сделал? Те, кто ориентируется исключительно на французских бульдогах, если нет в названиях, например, французский бульдог, я не буду ролик смотреть, то знаете, что почти в каждом видео есть французский бульдог. Если уже кто-то любитель французских бульдогов и клюет только на название, не знаю, тогда он просто пролетает. Потому что если в названии нет французских бульдогов, это не значит, что их нет на канале или в ролике. Вы поняли, о чем я говорю? Так, что-то я не вижу ни одного персика. А, это другое дерево. Вот они все персики. Ну, этот персик, например, я могу сорвать и так. Этот мы брать не будем. Вот этот. Видите, я его сорву и положу сюда. А другой персик я буду... Сейчас настрою корзинку. Вот так. Затяну барашек. Вот они, мои бульдожки. Так вот, если кто меня услышит и поймет, что отныне я не буду упоминать названия французских бульдогов и не буду на заставке их ставить. Вот нравится мне цветочек, я и поставлю цветочек. Сам по себе канал уже ориентирован на французских бульдогов. И если вы подписаны на нем, заходите и смотрите. А если вы клюете только на заставку и на название, ну, извините, вы можете пролететь. Так, ну что это, всего один персик. Да, их так полно. Ну вот он, когда упал. Ну, может быть, я его и возьму. Он хороший. Этот уже нет. Рискованно угощать людей персиками. Ну вот тоже хороший. Вот. Они темные. Ну, это ж не значит, что они несъедобные. Это черненькие. Они все почему-то. Как будто бы вот закопченые. Я вот собираю. Собачки тоже любят персики. Вот он хороший, спелый. Ну, у него, видите, вот черник. А так он хороший. Мирка уже он пробу снимает. Вот пятнышко. Я бы такой съел. Ну, угощать такими, конечно, не очень хорошо. Ой, я стараюсь ступать, чтобы не наступить. А здесь, знаете, сколько. И нога моя находит место. А вот приходится балансировать. Ну что, сейчас я буду выключать камеру и срывать. Знаете, здесь сколько? Ну, такой тоже. Нет, не буду такой угощать таким. Ну, смотрите, как это делается. Берется. Во-первых, надо найти плод. А он сейчас у меня, вот он, перед глазами. Не понадобилось. Так, а ну-ка, Мирка, не задирай лирика. Мирка, вон палка есть у меня. Подскочу немножко ближе. Вот там. Я с нее тоже срываю. С этой штуки. Ну, сейчас буду. Ой,
пораздавил тут все, знаете. Вон я, видите, это все я раздавил. Не знаю, кому это отдать, кому предложить. Конечно, если обрезать персики. Лирик, иди сюда. Лирик, иди быстрее. На тебе. Ну что ты, как не родной. Ешь давай. Уходи. Иди, закопай. Ешь. Ну вкусный же. Вот ему надо разломить. А он стесняется. Все, я уйду. Ну что, земля. Вот. Вот они. Опа. А вот он упал, персик. Я видел. Так, Мирка, не лезь. Видели? Только сейчас упал. И вот один там. Вот он. Вот я. И собираю. Видите, Лирик отнес в сторону. Я рассказывал, когда у нас был еще Санчо и кукла. Ну, две собачки были. Не было ни Марсика, никого. Мы вынесем чашку с едой. И там, к примеру, косточка, да? Ну, в каше. Лирик возьмет эту косточку и отойдет в сторону и ест степенно. Вот как сейчас. А Санчик набрасывался с куклой и съедали всю кашу. Потом, когда мы узнали эту вопиющую несправедливость, стали ему давать отдельно косточки. Вот видите, и лестница не нужна. Раз, и там. Опа, упала. Видели? Я видел, куда упал. Вот он. Упал, но разбился. Потому что уже переспевший. Марсик, на. Марсик, пополни свои водные ресурсы. Ешь. Ну, ешь, ешь, ешь. Вкусно же. Рада, на. Быстрей. Ешь. Вот так. Ну что, земляне? О, конечно, неудобно снимать, рвать. Ну, я уже к этому привык. Вот видели три. Вот одна упала. Я увидел, куда она упала. Вот она. Вот она хорошенькая. Я ее беру и кладу. Вот сейчас и соберу. Ну что, выключу камеру и буду рвать. Вот так же и яблоки можно рвать, и груши. Вот эта штука, она еще и раскладывается, можно с 5 метров нарвать. Ну а я буду продолжать заполнять корзинку. Ну вот. Все, мероприятие закончено. Сорвали груш. Ой, груш персиков. И немножко яблок. Вот. И шмухи. И вот таких яблочек. Ну, в основном персики востребованы. Ну что, пойдем, Марсюшка, домой. Все. На этом мы наш ролик заканчиваем. А кто был с нами, тому вот персиков. А если кто-то не верит, что это вкусные сладкие персики, то мы можем доказать. Приезжайте и попробуйте. Марсик вас приглашает. Да, Марсюшка? Ты приглашаешь? Видите, он кивает. Приглашает.